То есть, что по сути получается? Тот же High Ace, но с японским маринадом. В общем-то, и ранее существовала другая схема. Двигатель был сзади. В принципе, я бы не хотел, чтобы так было. Для механика хорошо, для хозяина плохо. Но представьте, у хозяина с головой то же, что и с девушкой. Ездить может, где двигатель не знает. Как хорошо, когда двигатель спереди. Показал место для смазки. И без всякого геморроя она это может и проверить. Сзади сложнее. Теперь маленький нюанс. Да, машина хороша. Но надо понимать, что это супер автомобиль. И даже по японским маркам. Отвозит столько, сколько вам и не снилось. Но маленькая проблема. Нахрен его продавать-то? У человека, по сути, все стало круче, чем у 100% работников ЦГЯ. Обратился к нам вовремя. Мы его и раскрутили, и стал он круче всех. Ни один стекольщик, и скорее всего он туп до безумия, так нашу тему и не понял. А чувачок-то доехал. Примерно год мы с ним пыхтели, и сейчас автостекло у Альберта, конечно, не так, как мы это делали, но звучит. И тут крендель ошибочку допустил. Ну, сначала метнулся к конкурентам. Они его и засрали. Потом к жене и дочке. У них, короче, свои тараканы. Но так платить достойные деньги за рекламу, и вот это для них проблема. В общем-то, для платежа вы должны выяснить уровень. А уровень автостопа высок. Ну, по сути, событий. Я уже 22 года на телевидении пыхчу. И уже 23-й начинается. А автостопу тоже 16 лет как идет. Если даже свалится абзац по эфиру, то абзаца и не будет. Поскольку есть пара замечательных интернет-хостингов. Это, конечно, круто. И круче эфира, засирающего мозги, 135 миллионам россиян-то и нет. К слову, что у нас могут и интернет закрыть. Но есть такие штучки определенные. К слову о культе личности. К слову о том, к чему мы идем. Вот только зачем. Я, конечно, не сторонник демократии американо-европейского типа. Но зачем? Есть нормальный Китай, где, по сути, все грамотно. Есть интернет. Есть разнообразный бизнес. Этот бизнес крутит экономику. И правительство КПРК меняется плавным образом. К слову, у Китая медицина и образование, пожалуй, лучшие в среде государств, не лидеров по территории. Ну да ладно, тему вы поняли. Но зачем менять коня трудового, непонятно. Все рухнет. Рухнут и машины, типа навороченные, но эта тачка останется. Поэтому, господа, я люблю Японию за неубиваемость деталей. Это крутизна. Существует ли машина для работы? Существует. Существует ли машина для отдыха? Существует. Существует ли идеальная машина для отдыха? Конечно. Что это такое? Это, конечно, японская, в правом руле. Toyota Grand Via. Автомобиль дизельный, с обалденным салоном. Почему с обалденным? Сейчас объясню. Потому что здесь салон раскладывается полностью.